Кстати, уютное кафе с хорошей кухней – тоже яркий показатель комфортности города. И сегодня справочник хлебных мест Клина пополнился. Открылась долгожданная пиццерия у ЗАГСа. Наконец-то это свершилось! Не только владельцы, но и клинчане уже заждались. Даже самые юные из них за 7 месяцев до открытия успели оценить вкус Додо пиццы. Перони во всех других пиццах такая тонкая и острая. А тут она прям такая пышная и не острая, вкусная очень. Мы пользовались доставкой несколько раз. Нам очень нравится безумно, особенно наблюдать, как готовят онлайн. Вот. И когда мы шли мимо этой удивительной пиццы, ребенок обратил внимание, что шарики появились, значит, открылась пицца. Мы бегом сюда помчались, и увидели, что открыто, зашли, нас радушно встретили. Прям все по-новому, все так здорово, замечательно, такой новый формат. Здесь через одну минуту будет лежать пицца, и эта пицца будет жить ровно один час. Первые 45 минут пицца будет стоить 69 рублей за один большой кусок. Последние 15 минут цена будет со скидкой. У Додо пиццы будут и другие уникальные предложения. Каждый месяц в меню новый вид пиццы. А всего их больше 15. Плюс любимый многими фастфуд. Мы еще делаем тостеры, сэндвичи, наггетсы, фри. Мы ее запекаем в нашей печке, и она тает во рту вообще. Клин стал третьим городом Подмосковья, куда прилетела Додо пицца. Международная сеть пиццерий родилась в Сыктывкаре, а теперь ее ресторан есть в 9 странах мира.